Для Ксении Телегиной выставка «Вдохновение» в библиотеке имени Пушкина не первая. Читатели уже видели часть работ ученицы детской школы искусств номер 2 в прошлом году. Сейчас выставку дополнили рисунком, живописью и компьютерной графикой. Здесь можно увидеть и натюрморты в акварельной технике, и художественные этюды, и ученические зарисовки. Если вот внимательно посмотреть каждую работу Ксении, то видно, что это человек очень такой вдумчивый, аккуратный, внимательный к деталям. Ну, у этих работ есть вот действительно свой почерк. Ну, как и у любого художника, рисовальщика, есть своя манера исполнения. В прошлом году Ксения закончила отделение «Дизайн одежды и ткани», поэтому на выставке есть и фантазии на тему модных образов. Работы по композиции костюма представлены как русскими народными нарядами, так и современными трендами. Все произведения Ксении Телегиной выполнены под руководством разных преподавателей – Евгении Урм, Елены Бодряшкиной, Юлии Лесиной, Марии Долиной. Вроде бы выставка скромная, то есть тут не так много работ, но работы все достойные, и они дают представление, ну, вот, о том, как проходит обучение в нашей школе. И, ну, мы надеемся, что юные читатели библиотеки, посмотрев эту выставку и другие выставки, как-то вдохновятся. Выставка «Вдохновение» продлится в библиотеке имени Пушкина до летних каникул. Посетить экспозицию можно в часы работы библиотеки. Вход свободный. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.